Хорошо! Дует ее, нет? Не дует. Сейчас подберу. Всем привет! Сегодня 1 апреля. Сегодня с Алексеем выбрались на судне, на воздушной подушке, на Онежское озеро. Сегодня капитан на сегодняшний. Надеюсь, что получится. Высадили по пути рыбачков. И будем здесь, в районе Гарнинского маяка, сейчас буриться, смотреть, пробовать искать рыбу. Это 40, да? 50. Благоприятные погодные условия, минус 5 градусов, отсутствует ветер. Добрались в 7 утра. Подморозило, ход отличный. Мы местами на подушке проехали открытую воду. Начну с блесенки пайк и подвесной тройник. Леска 0,25. Это Онежское озеро, мельчить не стоит. Взял эхолот, 8,2 метра глубина. Рыбки пока не видно. Сегодня основная цель — это ловля окуня. Возможно, будет и щучка. Есть судак, хариус. Ну и красная рыбка. Прошел час. Поклевок нету. Выглянуло солнце. В общем, решили переехать немножко, сместиться туда, к маяку. Взрослый пацан, да? Они такие, да? Лунок 15, наверное, пробурили. Будем искать активную рыбу. Меняем позицию. Большое течение, 10 метров глубина. Наша подушка, вот остановились, еще привезли рыбачков. Еще одна подушка приехала. А вот бомбанул, не успел даже камеру включить. Такой неплохой окунек. Грамм 500, наверное, на блесенку. Хороший. Первая рыбка сегодня. Сменили позицию, время 9:30, и вот последовала мощная поклевка. И вот здесь еще одна подушка, пятиместная. Рыбка поклевывает, глубины 10-8 метров. Я сегодня в костюме акара, наутилус, костюм поплывок. Но впереди течение, лед тонкий, важно аккуратно. Соблюдайте безопасность на озере, особенно в весенний период, когда тонкий лед. 12 метров глубина. Слева 30-35, а справа 8-9. Будут двигаться туда немножко.
говорю, какой-то псих клюнул. Ну, такой. Типичный онежский окунь. Сковородник. А? Сковородник. Сковородник, да. Пойду пятна искать туда, в сторону берега. Эхолот приобретал на сайте Джум. Ссылочка будет в описании, кому интересно. Показывает глубину рыбу, размер рыбы и на какой глубине. Такой окунек небольшой. Подрастай. Онежское озеро — это второй пресноводный водоем в Европе по размеру после Ладожского. Ладожское, кстати, тоже находится в Карелии. Немножко перекусить. Сейчас немножко смещусь, все посмотрю, новые места проверю и надеюсь что-нибудь еще поймать. Десять метров стандартная глубина. Мелочь стала резко клевать. Все обратно в лунку. Большой Клеменецкий остров. В общем, шикарные рыбные места. Много техники ездит, самодельный. Возьму другую блесну, это Хопи Айшипи, тоже финская, и подвесной тройник, крупная, как раз для крупных глубин. Рыбка есть. В прямом эфире. Может быть, еще удастся. Сразу три подряд. Тебе спирт нужен? Тоже неплохой размерчик такой. Добрый окушок. Осталось только поймать. А вон еще одна поклевка. Камера опять не засняла. Сложная сегодня рыбалочка.
1,5-2 метра от дна. Хороший окунь. 13:30. Ветерок небольшой поднимается. Пасмурная погода становится, солнышко прячется, и рыба начинает проявлять активность. С этой лунки 4 штуки. Еще один черный онежский окунь. Продолжим. Два часа дня, погодка шикарная, чайки. Какой красавчик. Сразу же поклевка. Напомню, глубина 10 метров. Все поклевки 1,5-2 метра от дна. Онежский окунь глубинный. Шикарная просто поклевки, такие тычки. Приятно ловить такую крупную рыбу на крупные приманки. Десять метров глубина, 1,5-2 метра от дна. Какие мощные поклевки. Полблесны во рту. Жадно-жадно. Вот как заглатывает. Продолжим. Природа, свежий воздух, отличное весеннее настроение. Друзья, смотрите, вот это сожрало, вот это поклевочка, вот это сегодня монстры клюют, все в пасти, тройник и глаз. Это окуняра, а? Какая красота. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, жмите колокольчик, впереди много интересных выпусков. Продолжим. Ну вот эта лунка дала много мордатых окуней. Охренеть, вот эта лунка, а? Пробурился, сразу такие лапти. Обалденная рыбалка сегодня, я в шоке. Еще один, чуть поменьше, тура слонера. Вот это золотую лунку нашел. Вот подошла у нас рыбалка к концу сегодня. Прокатились с Алексеем, посмотрели, разведали обстановку ледовую. 1 апреля, напомню, весенняя рыбалка в Карелии продолжается. Ссылочку оставлю в описании, контактный номер телефона организации рыбалки в Карелии на Онежском озере. Добро пожаловать. СВП 10 мест. Всем рады рыбакам. Да, ну, с рыбалкой нам не очень повезло, но... Но рыбу свою поймали. Ну, поймали. Луку поймали. Посмотрим сегодняшний улов. Кто-то поймал. Много отпустил мелочи.
На ушиху сегодня взял. Смотрите, какие хватки. И жирные попадались. Вот сейчас весим это самый крупный, сколько. Красавец такой. 460 грамм. Самый крупный окунь. Вполне нормально. Еще чуть поменьше будет. Ну все, мы домой. Там еще 50 минут, наверное, по озеру ехать до города Петрозаводска. Рыбалка удалась. Не забывайте подписываться на канал, кто не подписан. До скорых встреч. Всем пока.